Армяне доказывают неоднократно в процессе своей жизнедеятельности, с древнего времени доказывали свою состоятельность не просто как нация, но и как народ, который воюет всегда, вот, и в малом количестве побеждали многочисленных врагов. Это было всегда. И наши героические бои армянского народа в 1918 году доказали это, доказали, что армянский народ всегда из всех положений выходит победителем, да? Ну, давайте начнем прямо с конца. Со всегдашних победителей. Вот сейчас мы не видим, чтобы армянский народ вышел победителем, да? То есть победитель – это когда ты хочешь что-то получить, получаешь. Побежденный – это когда ты хочешь что-то получить, но не получаешь. Это если совсем простым языком. Это если о Карабахе, например, войне за Карабах. То есть получается уже не всегда. В 1915 году тоже не получилось. Хотя лицо Вицов неудачно прошло. То есть получилось больно, кроваво и глупо.